Село Ульяново Калининской области. Колхоз имени Ульянова Ленина. Руководит этим хозяйством коммунист Валентина Павловна Фартусова. Здесь она выросла, здесь закончила среднюю школу. Однажды, уже будучи заведующей отделом райкома партии, Валентина Павловна приехала сюда, в отстающий тогда колхоз, на отчетно-выборное собрание. Приехала, да так и осталась. Колхозники выбрали ее председателем. С тех пор прошло 15 лет. За эти годы окрепло хозяйство, вдвое выросли урожаи и надои молока. Колхоз стал одним из передовых в Зубцовском районе. Много забот у председателя. Как и в других хозяйствах Нечерноземья, в колхозе строится крупный животноводческий комплекс. А порой, по просьбе школьников и односельчан, Валентина Павловна вспоминает о прошлом. И тогда на стол ложатся фотографии и документы военных лет. 19-летняя Валя Фартусова стала партизанкой. Ныне к боевым орденам этой замечательной женщины прибавились награды трудовые.